Честь дочери дороже. В сети набирает популярность видео, в котором отец уничтожил спортивный автомобиль дочери бульдозером. Его уже просмотрело почти 250 000 пользователей. Сделал мужчина это после того, как застукал девушку с молодым человеком. Автомобиль обошелся обладательнице в $15 000. Тем не менее, девушка посчитала, что именно так к ней придет известность, и выложила запись в соцсеть с хэштегом «Разъяренный папочка».